Всем привет, меня зовут Даня Романов, и в этом маленьком влоге я хочу показать вам вещи, которые я куплю, а именно я хочу купить бейсболку, рубашку и толстовку для стрит-дэнса, и если мне хватит денег, и если мне там что-то понравится, я куплю кроссовки. И я сейчас пойду в магазин, буквально через 15 минут я уже буду на улице. И когда я приду, я все распакую, все вам покажу, расскажу. И расскажу цену, где купил, если кто-то из Читы, скажу свой адрес, скажу именно, где купил, для точности. Ну что, я пошел? Ну, я тогда пошел одеваться. Музон валит! Вот, наконец-то я пришел домой. Пакет у меня на руке, который я держу камеру. Купил себе баночку спрайта, так как я обожаю спрайт. И там я очень устал. Я стоял в очереди, хотя, несмотря на то, что там сегодня будний день и не такой популярный магазин, его мало кто знает, но я прорвался. Вот, поставить камеру. Одну секунду. Вот, все, я поставил камеру на штатив. Надеюсь, меня будет видно. Видно все, что я вам показываю. Значит, сначала я зашел в P1 магазин, там ничего не оказалось. Потом зашел в второй магазин, очень удивился, так как там не всегда такой большой выбор. Но сейчас там очень много вещей. И первое, что я купил, это бейсболка Kicks. Kicks, детка. Надеюсь, все из вас знают, что это за марка. Насколько она брендовая, насколько она популярная. И, наверное, вы знаете, что это очень клёво. Kicks, Так, и также я купил такую. Она, конечно, дорогая, но она того стоит. И это... это толстовка Vans. Сейчас я её надену и вам покажу. Значит, вот такая вот толстовочка, ванцовская, с таким прикольным капюшоном. Значит, это смотрится с бейсболочкой киксовской. Можно взять рукава и вообще респект. Оу, Бэтнига, Вообще, я очень рад, что приобрел себе толстовку Ванс и бейсболку Кикс, так как это очень круто и брендово, и популярно, и просто... и просто классно, это просто тема. Приобрел я это в магазине Шок. Находится он на улице Ленинградской. Если кто живет в Чите. Я не купил себе рубашку, так как там было очень мало рубашек, и мне ни одна не понравилась. Я приобрел зато толстовку Ванс и бейсболку Kicks. В общем, это очень круто. Ну вот и весь влог, который я хотела вам показать, что я куплю. Кстати, потратила я это все на это все 3000. Нехило, да? Вот весь влог. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока!